К нам пришел практикант, и он в точь как Гарри Поттер. Эти дети сумасшедшие! Психанула, смотрите как. Все зачеркнула, у нее не получилось, она психанула, все выкинула. Она кофточку твою украла. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Всем привет, ребята. Даже не 7 часов, а уже почти 7:30. Вроде должно быть солнышко. Вчера был дождик. Че, не выспалась? Так себе. Так себе. Девчонки подготовили здесь для школы коробки. Для Дня Святого Валентина. Чтобы бросать туда валентинки. Вообще, как бы у них нет такого ничего. Они валентинки не делают, не дарят, но в этот раз они решили попробовать вот такую вот идею предложить своим одноклассникам, чтобы вот сюда вот складывать валентиночки до 14 февраля, получается, сегодня. А какой, 11? Да. С 11 февраля по 14 вот сюда будут кидать. А потом 14 февраля будут доставать. Или учитель будет раздавать каждому. Сейчас я сердечки вот такие вырежу. Это я вчера вырезала для Ксюши, сейчас для Маргариты вырежу. Сюда. Да? Выспалась? Да? Все, оделась. Доделала я коробочку, довырезала сердечки. Все. Теперь сегодня девчонки поставят в классе эти коробочки, и у них будет 2 дня, чтобы сделать друг другу валентинки в классе и бросить туда. У кого-то, может быть, они будут секретные. Ты будешь писать кому-нибудь? Да, подружкам, мальчикам. Да? Так, все. Закончили это дело. Не забудьте только, ладно? Ты вот в этом пакетике понесешь. Складывай сюда. У них вообще такого в школе нету, они валентинки друг другу не делают. Это я им предложила, как раньше мы делали в школе. Хлопья будете кушать? Шоколадные? Подушки? Подушки. Одеяло и подушки. Это будет одеяло. Угу. Будешь одеяло? Все. Давайте, у вас до выхода 10 минут. Они все открытые, Ксюша. Я еще не открывала. Папа открыл. Вот. Хочешь сначала молочко наливать? Или хлопья да, насыпать? Да, сначала. Все? Потому что я молоко не заливаю. Это бассейн. Бассейн, это люди. Ножнички. Садитесь, быстренько. Папины вещи высохли, вчера постирала папина рабочая форма. А папа что, еще не... Нет. Папа сегодня, в смысле, папа на этой неделе с 11 работает. Да, так что будет приходить до 8 часов вечера. Ты сегодня на спорт пойдешь?
Пальчик болит. Повязку снимем. Нужно чтобы пластырь немножко подышал. Пластырь. Скоро каникулы. У нас каникулы с начала марта, да? С 1 марта. 1 марта уже не учитесь. Знаешь? У вас, если у нас 28-го фастнах будет, значит, все уже у вас каникулы будут с марта. Все. Вон. Рюкзак. Большой, не знаю, где ты же. Все, пока. Давай, иди. Идем, давай. Ну что, как дела в школе? Это я от слайм доставала. Он упал. Одобрили ваши коробочки? Да. Да? Понравилась идея? До 14 числа будете, да? Я случайно спросила, если мы что-то будем делать для Валентинства, так и на стол нет. Ничего не делаете в школе вообще? Ну и скучно у вас. К нам пришел практикант, и он в точь как Гарри Поттер. Гарри Поттер? Да. У него просто нет ранки. У него нет шрама? Да. Он просто в точь. К вам пришел Гарри Поттер? А что он у вас будет преподавать? Ничего, он просто практикант. А, практикант? Ну он вас как, все предметы просто будут у вас присутствовать, да, или как? А это что за слайм? Понятно, значит у вас Гарри Поттер в школе будет, учитель. Ну его зовут... Он прям в очках в кругу? Его зовут Херр Оберли. Угу. Понятно. Ему 16 лет. 16 лет и уже практикант? Не и рано ли? И Кольба пришла, она, у нее тоже, наверное, 16-15. Понятно. Совсем молодые практиканты у вас. Он все раньше. У вас коробочку как? Понравилась идея? Да. В классе? Она все будут делать? Разрешила? Нам можно писать, кому хочешь. Хорошо. А ребята будут писать? Ага. Ты объяснила, что могут девочки, да, девочкам, да, друзьям, подружкам? Я должна была встать в середину. И рассказывать. И что сказали ребята? Напишут? А коробочку я поставили? Я уже писала. Ну так вот нужно какие-то красивые сделать дома. Я сердечко вырезала. Угу. И аромат. Красители к нам пришли сегодня. Ароматизаторы, да? И ароматизаторы. Ну, не знаю, я от некоторых ароматизаторов... некоторые ароматизаторы мне не понравились. Мне не все понравились. Пришел там шоколад, но вообще я думала, что шоколад все будет шоколадом пахнуть. А, прям шоколад, кофе. Да, пахнет кофе. Так, ну такой прям резкий запах. И здесь у нас 8 цветов. Красный, желтый, зеленый, в общем, цвета радуги. Черный здесь еще. Черный, зачем нам черный? Ну ладно. Это вот, который мы делали из прозрачного и из белого. Смешали. Может быть... Его яблочком побрызгать, чтобы он яблочком пах. Хорошо, я принесу. А ты Маргошу внизу будешь ждать? Да. Давай. Маргоша еще кушает. Маша! Вот. Игры у нас. Давай, давай. Поиграли немножко. Папа! Да. Макарошки ешь сначала? А то хитрый сосиску съест, а макарошки не ест. Ты доела? Да. Тарелочки уберешь, пожалуйста. Ксюша забыла после себя убрать. Мам! Давай быстрее, тебя ждут. Когда я иду Мам. В гору, нам же надо в гору идти. Это так... Непривычно? Гузеров! Давай, пока-пока. Бегом, бегом, бегом. Ты что села за вязание? Я вчера начала. Тебе нравится вязать? Угу.
Так валентинки будете делать? Да, я же написала учительницу. Написала уже? И мальчику. Сегодня посмотрим, нужно поискать. В Pinterest там очень много разных валентинок. И сделать. У нас как раз здесь есть такой наборчик. Вырезать всякие фигурки. Вот тут сердечко есть, звездочка, еще звездочка. Цветочек. Бабочка. Это такой вот узор. Большой. Я не знаю, это тоже какой-то узор. Вот, ножнички фигурные. Такие вот волнистые. А у нас еще есть ножницы. Угу. Сегодня попробуем. Что, что-то неправильно сделала? Пропустила петельку? Все две пропустила. Там дырочка, что ли? Нет, вот они у меня были вот тут. А, вот ты их тут отпустила, да? Угу. Гарри Поттера читаешь? Угу. Так тебе так разве удобно? Ксюшка, что делает? Ксюшка спит. Ксюша, видимо, устает после школы. Она приходит спать ложиться. Спит Ксюшка. А мы тут кушаем, да? Хлопья кушаете? М? Маленькие вы. И кушают. А что ты мне на телефон накапал? М? Сидим, выбираем каниколоны. Решили заказать сейчас сразу, потому что наши испортились. Те, которые у девочек были, они испортились уже, все запутались. Вот и Маргарита выбрала вот эти, 47-й да. номер. Маргарита выбрала 47-й. Точно? Да. Или нет? Нет, ты выбрала другой. 13-й. Вот, 13-й, да? Да? Из вот розового в фиолетовый, да, вот этот 13-й выбрала. Ксюшка еще не знаю, Ксюша спит, а Каролина выбрала номер 54, вот этот. А почему не другой? Ну, не 55? Знаю, она мне на этот показала. Она мне на этот показала. Хорошо. В принципе, они одинаковые, видишь? Просто переход сверху оранжевый, а тут снизу оранжевый. Да. Переход начинается по-разному. А здесь, видишь, фиолетовый к красному, а здесь от красного фиолетовый. А Ксюша пока еще не знаю, какой хочет. Потом еще Ксюша проснется. А я 13-й. Ксюша проснется, она мне скажет, какой она цвет хочет, потому что я не знаю. И как раз. Ой, что там такое? Что ж вы замучили-то Маргариту? Иди. Макс, ты чего? Они меня бухарут. Эти дети сумасшедшие. Пощипали, 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 пощипали. Пощипали, пощипали. Ну так и не тут. Ксюшечка проснулась, ты выспалась? Ты устала, что ли? Спала. А теперь сонная будешь ходить. Эти все не успокоятся, а? Маргарита. Раздраконила их, теперь вот не остановишь. Они если начнут насаться, то это все. Да, Ксюша? Ксюша вообще не в теме, она проснулась, не поняла, что случилось, почему все кричат, почему смеются, да? Что вообще происходит? Не дают поспать. Так, все, все, сели. Потом не плачь, потом не плачь, что они тебя в покое не оставляют. Ей вот нравится, да? Сама ноет, плачет, а самой нравится.
Марго. Да, вот так вот бывает. Осторожно, осторожно, ты чё? Чё ты пишешь? Учишься по-русски писать? А. Да, я уже умею писать по-русскому, но неправильно. Но уже вот такими вот нормальными буквами, я знаю. Прописью. Прописью? А, нет, ты печатными знаешь, да? А вот это пропись. Так что вы не обращайте внимания, если Маргарита где-то что-то подписывает у себя и с ошибками, то да, у нее немножко, конечно, не немножко, а множко грамматика хромает. Но многие слова она уже знает, как писать, которые ты уже много раз писала, да. Например, молоко. Если, да, я тебе говорю, если ты где-то что-то подписываешь, ты у меня спроси грамматику, я тебе подскажу, как правильно, и ты напишешь, чтобы как бы не выглядело это некрасиво. Так что, ребят, не обращайте внимания, если вы где-то увидите у нее ошибки, это означает то, что она поленилась и у меня не спросила, да? Очень часто я замечаю, она подписывает там в мюзикле, в ТикТоке она подписывает. Она старается, учится, но здесь, видите, русского языка нет. И поэтому она сама читает. Мало, конечно, на русском читает, но читает на русском. Больше, конечно же, на немецком. Она очень многие слова не понимает, когда она читает книжку, даже и то какие-то там сказки. И есть такие слова там, которые она вообще не понимает и начинает злиться. И, в общем, и бросает читать на русском языке, но писать она старается. А ты что делаешь? В ТикТоке сидишь тоже? Ты тоже писала? А у тебя прописи для детей 6-7 лет. Или какой ты пишешь? 6-7. Они разные все? Они разные все? Нет, номер 1, 2, 3. А, вот точно. Вот с этой первой надо начинать. Видите, у нас прописи даже есть. Это нам бабуля привозила. Да. У нас были вот такие, только две, допустим, нарисованы, и все остальные ты сама должна. По точкам. Сначала точки, а потом без точек. Ты вот это сначала бы научилась? Ручки. Ручки? Ручки, я не знаю, у вас куча целых ручек было. Бабуля сколько вам привозила? Уже ни одной не осталось. Ну так, выпрями. Ты тоже так в школе сидишь? Ты кривая, косая будешь. Посмотри. Ногу, во-первых, опусти. Вот эту ногу опусти сначала. Сядь ровно. Да, пауки. Какие пауки там, Ксюша? Ну, корявая будешь, смотри. Корявая будешь, кривая. Вот как эти палочки будешь, кривая. Зигзаги. Ты там зигзаги рисуешь? Ровнее давай рисуй. Ну, смотри, как согнулась, Ксюш, так нельзя. Ну, так мне неудобно, вот так. Вот, так и надо. Тебе стульчик, может, пониже опустить? Психанула, смотрите, как. Все зачеркнула, у нее не получилось, она психанула, все выкинула. Браво! Ты так пишешь, да? Да. Телефон убирай. Это что еще такое? Это кто тебе написал опять записку? Мальчик Амар. Он спросил, если я свою. Своя подружка. Он спросил, если ты его девушка? Подружка? А, и ты что сказала? Да? Ты его подружка? Что ты его подружка? Ладно, давайте. Папа уже разозлился. Папа завтра пойдет в школу разбираться с твоими друзьями. Ты где там? Чем ты брызгаешь? Фу! Вонючий. Ну,
Мама, а мы завтра будем снимать влог? Завтра влог? Ребята хотят влоги каждый день, а я не знаю, что снимать. У нас-то, как сказать, можно так сказать, день сурка у нас каждый день, одно и то же. Просыпаемся в школу, со школы кушаем опять в школу, приходим со школы, кушаем, играем, кушаем и спать. В общем, будет 14 число в четверг, так что у вас еще есть 2 дня, чтобы сделать. Ладно, все, пока. Туска! Пока. Туска. Ксюша, это тутулька. Ксюша! Марго! Тебе нужно мультики озвучивать со своим смехом. Ксения, ты заметила что-то? Что она заметила? Что ты наверху? Ты всегда наверху? А что она должна заметить? То, что пахнет? Духами пахнет? Да. А что еще она должна заметить? То, что ты ее духами побрызгалась? А что? Кофточка упала? Она кофточку твою украла. Маргарита, знаешь что? Я придумала, тебе нужно озвучивать макаку. Маргарита, я придумала, тебе нужно озвучивать макаку в этом в зоопарке. Правда? Правда, тебе надо озвучивать. Отдай кофту. Отдай кофту, это не твоя кофта. Это не кофта, а куртка. Соседи подумают, что у нас макака живет, честно. И вызовут этих из зоопарка. Чтобы тебя забрали. Мама, кто я? Кто ты? Ты слоник. Пока. Пока. Не хрюкай. Обезьяна-свинка. Обезьяна-свинка. Здесь нужно мордочку не кролика, а обезьяны.